На этом месте. Дальше молодые люди убежали наверх. Я развернулся и вышел с подъезда. Потерпевший стоял тут. В таком положении? Ну, да, по-моему, да, он спиной, потому что я лицо не помню. А второй стоял тупо, но тоже еле. Один этот уже был выше. Им покажите, куда именно вы нанесли первое телесное повреждение потерпевшему. Вот сюда, вот в эти остановки. Они выше убежали, и все.